Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу объяснить вам более подробно, почему я так много говорю о желаниях вашей души и почему так важно для вас их слышать и чувствовать. Дело в том, что именно этого лишали вас на протяжении веков завоеватели вашей планеты. Все их усилия были направлены на то, чтобы заглушить голос божественной души человека и направить его сознание в нужное им русло. Как видите, им это почти удалось. Но на последнем этапе их программы по уничтожению человечества, к их великому удивлению, они поняли, что божественный ген оказался слишком живуч. Даже та малая часть населения планеты, которая не утеряла способность слышать голос души, смогла встать на их пути и начать процесс великого пробуждения человечества. Это тот самый божественный посев, о котором мы уже много говорили, и миссия которого состоит в том, чтобы запустить цепную реакцию возрождения души и выхода из трехмерной матрицы, в которой, как в тюрьме, оказалось человечество. И поскольку все начинается с малого, а мгновенное пробуждение чревато слишком большим потрясением для физического и психического состояния человека, я и стараюсь научить вас постепенно отходить от искусственно навязанных вам программ трехмерного мира. Если вы сумеете справиться с этим в своей личной жизни, очистив от этих программ свое энергетическое пространство, то вам будет гораздо легче двигаться дальше, помогая сделать это и другим. На самом деле, истинное желание каждой чистой человеческой души состоит в том, чтобы жить в единстве, мире и любви. Именно такая атмосфера царит в мирах высших измерений, откуда пришли и куда попадали многие души в период между воплощениями на Земле. Но в очередной раз, оказавшись на планете третьего измерения и погрузившись в водоворот дуальной жизни, человеческие души подвергались столь жесткой обработке со стороны правящей верхушки и общества, живущего уже совсем по другим, небожественным законам, что их естественные желания зачастую подменялись искусственными, сугубо материальными. И только сейчас, оказавшись на краю пропасти и рискуя потерять свою божественную душу, многие начинают прозревать. Поверьте, родные мои, несмотря на всю трагичность происходящих сейчас на Земле событий, они пойдут на пользу многим, поскольку без этой встряски люди не смогли бы осознать, что происходило на вашей планете на протяжении тысячелетий и продолжает происходить до сих пор, и не узнали бы о дарованной им возможности вырваться из колеса перевоплощений в мирах третьей плотности и вернуться домой в лоно Творца. Все идет по божественному плану и в соответствии с божественной целесообразностью. Все маски без исключения должны быть сброшены. Все короли обнажены, а все чистые и светлые души должны воссиять на вашей планете,
и возглавить переход человечества в пятое измерение. И начало этому уже положено. «Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами». Приняла Марта.